Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я возвращаюсь к прекрасной песне Виктора Цоя «Кончится лето». Я на нее делал уже несколько разборов. Я буду продолжать делать разборы на песни Цоя. Вот, это мой любимый исполнитель. Вот. Естественно, эти песни никогда не оставят в покое мою душу и души многих других людей, которые понимают, о чем поет Виктор. Итак, давайте разберем аккорды, разберем бой. Вот. Больше ничего я не буду показывать в этом ролике. Вот, как говорится, ничего лишнего, только конкретный ритм, конкретный бой. Вот, и аккорды, которые используются для аккомпанемента в этой песне. У нас сначала идет вступление, повторяется два раза одно и то же. Вот, аккорды во вступлении. Первый аккорд ЕМ, ми минор. Пятая и четвертая струны на втором ладу. Вот такой вот ЕМ мы используем. Вот. Ну и что касается правой руки, играет она открытую четверку. То есть глушение мы здесь не используем. Вот, записана сама песня на 12-струнной гитаре. Вот очень такой сочный, очень свежий акустический звук идет. Вот. Ну, в самом оригинале, в самом черном альбоме используется именно 12-струнная гитара. Ну, еще, естественно, электрогитара, то есть аранжировка там по полной программе, такая вся группа. Вот. Итак, аккорд Е. Вот идет такая четверка. Четыре удара, значит, первые два по верхним струнам. Вниз, вверх. То есть верхним шестая, пятая, четвертая. В основном по этим. Если вы играете медиатором, то же самое. То есть здесь, в общем-то, разницы нет. И третий и четвертый, то есть вторые два удара, они идут по нижним. Сейчас я вам поиграю, чтобы вы немножечко запоминали звучание. Такой небольшой секретик, потому что некоторые тоже играют и спрашивают, а почему у меня так вот не звучит, как у вас, например. Вот, потому что очень большое значение имеет, когда мы играем вниз-вверх по струнам, вот, всегда нужно помнить, что играем мы, конечно, не по всем струнам. Вот. И не все время по одним и тем же. Понимаете, это происходит по-разному. Ну, четкое деление в основном это вот верхние басовые струны и нижние струны, первая, вторая, третья. Вот. Значит, по верхним два раза, шестая, пятая, четвертая, и по нижним два раза. Вот. И играем, ну, считаем мы по четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Вступление играется таким образом, ЕМ. Раз, два, три, четыре. То есть сыграли четыре раза по четыре. Дальше у нас идет следующий аккорд. Аккорд D, ре мажор, третья, первая на втором, вторая на третьем. Ну, здесь в основном, конечно, больше по нижним играется, потому что вот эти открытые струны верхние, они не очень подходят для звучания ре мажора. Хотя тоже можно их задевать и сыграть точно так же. То есть играем точно так же, 4 раза по 4. Идем дальше. Дальше у нас идет аккорд си минор, HM. Иногда его пишут BM, я про английские буквы. Но это неправильно, потому что изначально буква B это означает си бемоль. Вот. Поэтому именно HM, си минор, баре на втором, вторая на третьем, четвертая, третья на четвертом. Вот такой вот аккорд. Его тоже играем 4 раза по 4. После него идет аккорд С. Здесь только 2 четверки. То есть здесь играем короче. 2 раза по 4. Вторая на первом, третья на, точнее, четвертая на втором, пятая на третьем. Только 2 четверки. Раз, два, потом АМ. АМ мы вообще играем 1 раз.
АМ, вторая на первом, четвертая, третья на втором. И потом Д. Тоже играем один раз. То есть одна четверка. Теперь все повторим. Это вступление, которое играется два раза подряд одинаково. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Раз. Раз. И вот когда мы за вторым разом сыграли с вами, значит, всю вот эту последовательность, ЕМ, Д, АШМ, С, АМ, Д, и вот на последнем Д во вступлении мы начинаем петь. Ну, сейчас доиграет это вместо... Я выклю. Видите, мы поем, значит, играем Д вниз. И уже на втором ударе вверх, в четверке, я выклю, мы начинаем петь. Вниз сыграли, не поем, вверх второй, я выклю. Вверх, вниз, вверх, мы поем. Я выключаю тебе. Чаю мы уже переходим на аккорд ЕМ. И у нас уже начинается куплет. То есть петь мы начинаем во вступлении. Ну вот она, сейчас сыграю полностью все вступление, чтобы наиболее наглядно было. Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на тебя, про то, что... Вот. Значит, начали петь на Д. Я выключаю. Чаю мы уже ставим ЕМ и поем на ЕМ куплет. Чаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что... Теперь нам осталось понять, сколько раз. Ну, переходим мы на слове про то, что больше нет. На слове про то, что бо... На слове «больше» мы переходим на аккорд АМ. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз. Восемь раз по четыре мы играем ЕМ, потом АМ. То больше нет сил про то, что я почти запил, но не за... Значит, на ЭМе мы играем 4 по 4. На ЭМ мы перешли на слоги. Больше нет сил про то, что я почти запил, но не за. И заканчиваем на четвертом, но не за. Вверх, четверку, четвертый удар в четверке, в четвертый. Не за. На слоге за. Был тебя. Не за. Был, уже опять ЕМ. Был тебя. И здесь мы опять играем 4 раза восьмерку. Раз, был тебя, два, три, четыре. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только и... Только и я опять АМ. Я и... То есть вот получается дальше, когда мы играли все это время на АМ, мы играем уже... 12 раз. Вот, получается, закончили прошлую строчку и начали новую. Опять 8. Те 4 плюс 8. Давайте посчитаем. Больше не смотреть на дерьмо про то, что я... Значит, здесь лучше, конечно, сначала начать. Посчитаем. Первые 8. Раз, два. Про то, что я почти забыл, но не забыл тебя. Три. Про то, что я телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только... Только последнее слово, и на я мы переходим опять на ЯМ. Я его послал, сказал, что пулены не
усталые. Четыре раза опять ЕМ сыграли, АМ сыграли, и опять на ЕМ. И эту ночь, ночь опять ЕМ, ночь не спал, три, четыре. И здесь мы ЕМ играем четыре раза. Все, куплет закончился. Вот. Ну, сейчас еще наглядно просчитаю вам все аккорды в куплете. Я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Куплет. Ну, еще могу спеть. Тоже просто продиктую аккорды. Вы можете под мой аккомпанемент тоже пробовать играть и петь. Я в ЕМ. Пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть. На дерьмо про то, а я уже нет сил про то, что я почти запил. ЕМ. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только АМ его послал, то, что болен и не спал, и ЕМ не спал. Четыре. И припев. Я с Д начинаем припев. Третий первый на втором, вторая на третьем. Сразу поем я. Две четверки. Раз. Два, а, жду, а. Два раза Д. Раз, два, раз, два. И С тоже два раза. Раз, два. И опять ЕМ. Это. ЕМ четыре раза. Дальше опять Д два раза. Не поем. На С. Больше надежд. С тоже два раза. И опять ЕМ четыре раза. Нету. Дальше Д. Скоро. Два раза. Два раза С. Хочется лето. ЕМ четыре. Д два раза. Не поем. С. С два раза, и потом у нас на С два раза у нас заканчивается припев. Потом у нас сразу начинается опять вступление. ЕМ. Давайте еще разок повторим припев. Как вы поняли, три основные части. Вступление, куплет, припев. Опять вступление, куплет, припев. Вот там как бы разные аккорды немножечко. Итак, припев. Четыре раза. Точнее, мы начинаем припев с Д. Два раза Д. Я. Потом два раза С. Жду. И четыре раза ЕМ. Потом опять Д два раза. С два раза. ЕМ четыре раза. Опять Д два раза. С два раза. ЕМ. Четыре раза. Потом Д два раза, С два раза. И ЕМ следующий, это уже не припев, это уже вступление. Четыре раза, правда, тоже. Вот, вот такая у нас получилась. Значит, припев у нас состоит из трех аккордов. Д два раза, С два раза, ЕМ четыре раза. По-моему, так мы четыре раза играем. Только последний у нас как бы не доигрываем припев, у нас сразу накладывается вступление. Вот. Ну, еще я тут играю такой сбив. То есть это быстро вниз-вверх-вниз. Вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Вниз-вверх-в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 низ-вверх
вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Вот. Ну такая, если вам это интересно. Вниз закончили, потом. С каждым новым аккордом мы начинаем его вверх-вниз, вниз-вверх-вниз. Вот. Ну, на этом, я думаю, все. Вот. Здесь, как говорится, ничего лишнего. Бой, аккорды и песня. Я думаю, даже объяснил, как это все поется. Вот. Я буду продолжать именно вот... вот эту серию, так сказать, разборов, где будут только аккорды. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.